Здорово! С вами Рустик Анумак. И сегодня, в отличие от всех своих предыдущих репортажей, я не буду решать абсолютно никаких проблем, потому что сегодня за меня это будут делать более умные умы. Смотрите сами. Говорю, смотрите сами. Мы сейчас находимся на мероприятии, которое носит гордое название «Хакатон». Что это такое? Это соревнование среди айтишников, которые представляют свои новые стартапы. Здесь просто все кишит интеллект. А я тут со своими двумя высшими тупой. Потап! Вот что такое настоящие мозги. Конечно, ум умом, а мозг мозгами. Но, как правило, у айтишников вот в личной жизни все не очень гладко. Идемте об этом у них спросим, но как-то вот немножечко завуалировано. Идем. Здравствуйте. Когда вы в последний раз вставляли вот диск в дисковод? Это было пару лет назад. Это недавно было. Пару лет назад. Скажи, пожалуйста, когда ты последний раз флешку в разъем вставлял? Сегодня уже. А ты где ночевал? В общаге. А как вахтершу зовут? Допустим, Наталья Николаевна. Допустим, Наталья Николаевна. А чего это у вас в общежитии по утрам флешки в порталы вставляют, а? Скажите, пожалуйста, а вы свой ноутбук в чехле носите? Нет. Не? А что? Чехла нету. Ответ неправильный. Правильный ответ – ощущения не те. Ну да ладно, все у них в личной жизни будет хорошо. А знаете почему? Потому что помимо айтишников, есть ведь еще и айтишницы. Go! Девочки, скажите вот такая честно, хорошо? Да. Как вы относитесь к Ctrl-V на первом свидании? На первом свидании с кем? С айтишником. Ой, эти айтишники. Блин, да если уже состоявшийся айтишник, то... то нет. Понятно. Ну, спасибо, девчонки, большое. Это очень смешно. Ну да ладно, ни одной личной жизнью едины. Давайте посмотрим, что тут изобретают, какие стартапы здесь предлагают. Вот посмотрите, какие роботы здесь убирают. Скажите, пожалуйста, что это за яйцо? Просто в двух словах. Капсула для сна. Капсула для сна и? Для восстановления всего. И для восстановления. То есть, если я залезу в эту капсулу, то что будет? Восстановитесь. Если я полчаса посплю, то что? Как будто 8 часов. Полчаса, будто 8, да? Если качать, то еще больше. Если покачивать, то еще. Прикольная штука, смотрите. Скажите, пожалуйста, хочу купить коту такую игрушку. Сколько она стоит? Долларов 600. 600. Ладно, но у меня, в принципе, и ниточка в нормальном состоянии. Спасибо большое. Знаете, побывав сегодня на этой конференции, я могу вам с уверенностью заявить, что наше будущее в руках и в головах вот этих вот людей. Потому что они безгранично талантливы. За это вам низкий поклон и огромная благодарочка. И знаете, я уверен, что среди них сидит будущий там Билл Гейтс, Стив Джобс или Марк Цукерберг. То есть вы понимаете, да? Ну 100% здесь есть три еврея. Спасибо. Рустик Анумак. Увидимся. Пока.